той стороны вышел, либо он все еще там. А вижу да, его. Вот он спустился, слева ага. Идет. Он зашел внутрь, да? Угу. Там же можно зайти вот этот? Да, да, да. И сверху можно зайти, видишь, там лестница есть, и снизу. Это тема двухэтажная. Так, я справа обхожу. В белом он был, да? Да, да, да. Угу, значит, белая рубашка. Тот, который... Это ты заполз, да? Да. Он, наверное, в башню пошел. Здесь есть подъем в башню. Ага, понял. Пипец, какую высокую справа. Очень аккуратно смотри и смотри на доски над собой. Его там видно будет, если он на них. Да, он ходит. Это он сверху, по-моему. Да-да-да, вижу, бегает там. Ладно, опять туда закоцался. Это он спрыгнул. Готов. Дебил. Он реально не понял, что это мы снизу. Где его товарищ тогда? Я думаю, скоро мы о нем узнаем. А сзади нас человек 0 азимут. По воде идет. В белом. Вижу, вижу, вижу. Давай ближе подойдем. Вот. Она выдавала 13-15 кадров. Я воткнула 7, она стала работать до 50. Да, она прям очень сильно тут завязана. Тут даже вот такой. Вот, смотри, смотри, прям вот уже в зоне видимости. Ага, давай, давай, давай. Два раза попал он вообще. Там у него собаки рядом. Ой, они его заметили. Все, ему конец. Он просто без хп сейчас. Да все. Все, готов. Приятного аппетита, собачки. У нас времени буквально чуть-чуть, пока не подберут. И они не обязательно могут быть там, они могут быть где угодно, в любом здании, в любом закутке и так далее. Так, подсказки они... Ой, не подсказки, души они еще не взяли. То есть они понимают, что здесь что-то есть. Опа! Да, справа, справа! Понял, понял. Я по нему один раз попал. Нокнул. Отлично. Кровь идет. Останавливаю кровь. Так, ой, у меня здесь капкан. Все, капкан заюзан. Он его, наверное, еще поднимет. Я так думаю. Нет, нет, он все еще лежит. Если я возьму эту хрень, я могу же видеть ее, да? Ты сразу сможешь видеть, да. Если он ее не пасет. Ты нажимаешь Е, осматриваешься. Есть кто-нибудь по ее? Никого нету, никого. Окей, значит он был один. Странно. Либо все умерли, либо нас догнать не могут. Тут выходы у всех одинаковые тоже получаются? Собаки на слева. Опа. Выходы, да, у всех одинаковые. И вот. Больно. Да. То есть, по сути, они могут просто где-то сесть у выхода и кемпить. Да, но мы можем осматриваться, нажать, эти штуковины есть, и здесь никого нет сейчас. И здесь нет оповещения, когда кто-то на выходе. Ну, хорошо. Разве что, опять же, нас все видят на карте, но у всех огромная надпись, что кто-то пытается свинья, здесь не появляется. Как в одной замечательной игре. Да, лучшей игре. Не подходит под эту версию. И нашел просто в нете, в Яндексе, какая-то, типа, программулина. Я такие... В доме сидят у нас! Ох, мне ваншот! Он не помер там вообще? Вот он... А, не, помер. Он уходит. И помер. А, вот эта винтовка, ты про нее говорил? Да. Однозарядная, жесть. Ох, плохо мне, плохо. Но он может быть не один, так что смотри осторожно. А то, что уже дверь открыта в сарайчик, это значит, кто-то здесь был?
Не обязательно, здесь двери бывают открытые и закрытые. Они, по-моему, вообще от раунда к раунду меняются. Но вот точно не скажу. Так, на уровне предположения. Карта обновлена. Ты? Сзади! Бежал! Нет! Это ж ты! Нет! Это я! Сзади меня стреляют! Запад, запад, запад! Блин, сорян, тебя поджег. А, вдалеке были? Да, нет. Вижу. Довольно. Ага. Вдоль забора. Да, вижу, вижу. Попал ему. Еще попал. Блин, ко мне жирный пришел. Плаще в шляпе? Ну, по-моему, ты... Нет, я тут. Господи, отстань ты от меня. Что я тебе сделал-то? За мной жирный гонится, аккуратно. От него. Сейчас, сейчас, сейчас захилюсь немножечко. Готов. Ты говоришь, он, типа, сзади. Это ты? Или что я там крикнул? Короче, я опять запутался. Да-да-да, ты? Я говорю, нет, ты меня кидаешь. Это что это? Нет. Справа две женщины. Она? Да. Где-то сверху, наверное. Да, из здания. С крыши, с крыши. Дал ему. А, понял, вижу. Минус. Готов? Готов. Что, сколько чего дается? Может, за уровень дается? Нет, 50 так же. А я бомбу с него восстановил свою. Опа. Да, восток. Тут у нас бочка красная, тут лучше не стоять, наверное. Понял. Восток. Не вижу пока. Восток, восток. Снаружи где-то. Вижу, 150 близко у забора. Вижу, понял. Дал тычку. Чё ты? Там тоже как бы такая же была примерная стилистика. То, что винтажные всякие пушечки, да, какие, да, да, мутанты какие-то, монстры. Игра помимо того, что графоном красивая, у нее еще и стиль классный. Мне такое тоже нравится. Ой. Погоди, не ходи туда! Да я тебя потушу. Да ладно. Черт. Нельзя брать что-то горючее в руки. Тимплей. А, упал. Нравится тебе? Ой, патроны. Один выстрел ему надо было. Ну сейчас уже лучше мы играем, чем было в начале. Ну это да. Я хотя бы целец сейчас уже научился нормально на шифт. Тебя что-то убило. Подожди, не здесь что ли? Что-то я подумал. Это же Battle Royale, по-моему, да? Да, тоже. К нам бегут типы. 45. Вижу, вижу. Один ног. Да, снизу, снизу, снизу. Хорош. Я, наверное, по тебе попал, да? Фиг его знает. У нас люди 300 за забором. Близко? Вижу. Да. Хит, хит. Готов. Хорошо. Второй правее. Угу. На 330. Там еще... Бежит тут, а, так, динамик. Он к тому пошел, по-моему. Вижу, да. Он, вон у него сидит. Хит. За деревом. Минус. Все, готов. Отлично. Он его не успел, если он уже? Нет, по-моему, нет. Зомби тебя спалил вроде как. Да-да-да, я знаю. Так, этого вижу. Второй где? Только херозный. Вот этот. Это вот ты сейчас убил уже. А, вот он в белом. Да. О, осколочная граната. Спасибо. Вон он.
Там сейчас собаки, что ли, гавкнули? Они гавкают, когда видят кого-то, да ведь? Ну чуть-чуть, да, у них несколько степеней агро этого. Мне кажется, сейчас они гавкнули. Может быть. Пойдем осмотримся. Мне трога... Да. По мне стреляют. С востока, по-моему, кстати. То есть это вообще другая сторона сейчас была. Я там только зомби вижу. Да, а, да, не, да, не, да, не. Да. Ну оттуда, да, я понял. Подо мной, что ли? А, да, он подо мной. Сейчас, 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 понял. Их там двое, видимо. Понял. В смысле, он на первом этаже у тебя, что ли, бегает? Не-не-не-не-не-не, за забором, но может уже зашел. Дай кого-то прокину, и на всякий случай вдруг зацепит кого-то. Он мог в воду идти. А, не-не-не, сидит. Там собак, я вот вижу. Дай-ка сюда, я заманю собачку. Идем, идем, собачка. Не стесняйся, давай, 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 давай. Вот хорошая, идем. Смотри за деревьями, отсюда 150. И второй правее за забором сразу сидит. Он сейчас поливает. Сейчас собака придет к нему. А, вижу, он ползает там. Ног. Вот это, а второй правее, ближе. Вот прямо у забора он. Под забором. Понял, можно. Понял. Собачка, ну что ж ты, не почуяла, что ли, его? Не хочет на него идти, да. Лови тогда лампу. Ой, блин! Под тобой, да? Да. Понял. Там у него что-то скорострельное, слушай. Да, у него револьвер этот. Там он базарит еще что-то. И где он? Да там же где-то он был. Главное, чтобы своего не успел поднять. Не-не-не-не-не, не успею. Я уже под ним, по идее. Ну, рядом с ним. Только... Он, походу, поднялся, слушай. Может, он надо мной? Это я тут хожу? За деревом тебя одного убил? О, собаки. Собаки пошли. На него пошли. Да блин, у него всё, слишком готов. Мощный пистолет, это слишком скорострельный. Собаки там осторожно очень. Вроде не агрится пока. Слушай, а как он здесь оказался? Он вроде с другого места по тебе стрелял. Я прям ползаю, а он сзади меня. И они меня не видят. Они резались. Он, видимо, только-только этого поднял и не успел его хилануть. И этот не успел похилиться. Первым выстрелом уже его забрать первого. Жалко, тут нельзя оружие забирать. Стрекочет. О, о, о. Блин. Аккуратно, инфаркт! Я же говорю, классика. Все как обычно. Тебя похилить, может, не аптека есть? Не-не-не, ты мне ничего не жёг. Буквально пол сантиметра. Будут спрыгивать. Ага. Бомба хитит. Он прям вот за дверью. Я его ловил за дверью с мачете. Так, у меня тут контакты. Он один или нет? Да, 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 да. Закидывай только подальше. Не вот в угол в этот, а подальше закинь. Закинул? Нет, 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 еще. Задел кого-нибудь? Mm-mm. То есть они из здания в здание не переходили, да? Ну вот, либо в нем, я вот не понял, где я сейчас движение видел, короче, вдалеке. Да, да, они вот в этом, у которого одного так точно вижу. Вижу, вот он с моей стороны в пристроечке маленькой. Вижу, вижу, вижу. Сейчас дай мне секундочку. Бил? Я в него кинул топор, и он не умер. Ног, ног. Второй где? Не знаю. Я пока отступаю захилиться.
Хм, топор не ваншотит. Я проверил. Кинутый, да? Да. Там же второй, вижу. Он мне кинул динамит. Я отошел. Он на первом Черзи. Этаже. Угу. Готов. Хорошо. Так, ну, конечно, хочу вот эту штуковину попробовать. Что это такое? А, это просто... Господи, можно заагрить кого-нибудь из зомбей. Кидаю штуковину, она... А почему у меня дамага про него нет? Я по нему стреляю, он... А, шайтан? Что-что? Но у меня дисконнект от сервера. О, понятно. Ёлки, я тут вижу четверых у себя. С этим зрением. Где команды? Ага. Круто. По-моему, минус 7 код. Минус 4? Ну, минус 2. Остальные там между собой не стрелялись, я пришел и всех помирил. Нормально. По крайней мере, больше я никого не слышу, не вижу. Опаньки. Чего? Это не мы. Да. Или мы? Нет. Нет, не мы. Там не типа мы. Ее бьет. Ок. Здесь справа у нас. Одного нокнул. Справа у нас, у меня здесь. Вижу. Хорош. Готов. Быстро. Он одна. Пытался убить лошадь. У тебя не получалось? Я выстрелил ему за это в голову. Сзади. Одного забрал. Мангаре, второй, он вышел сзади, да. Слева? Уже слева, попал по вижу, нему. Вижу, сейчас он будет минус. Чё ты, блин, чё ты не минус? Он снизу, он вниз упал. Там он догоняет его, да. Дал ему. Блин, он, это, жизни много у него. Я зомби ударил, я по нему выстрелил. А, вот он, за этой хренью. Прям за ней. Я лечу. О, готов. Хорошо. Я такой, знаешь, думаю, осмотрюсь-ка я, как ты будешь подбирать. И там ноги торчат из этой. Сейчас пойду кажу. Че? В этом здании. Охренеть они сели, блин. По мне стрела. 40. Господи, еще одни. Через забор стреляют. Один справа, один слева. Ага. По правому два раза попал. По левому один раз попал.
Они очень, очень коцанные сейчас, я справа обхожу. Как сместились, не вижу их. Они в здание, походу, назад ушли. Да, вижу. От тебя на 60, от меня 75. Понял, целится понял, в тебя. Понял, да. Здание большое, с красной крышей. А где они? За стеном там прячутся. Понял, попал. Понял. Попал, по-моему. И, по-моему, даже убил. Может и нет, не знаю. Готов. Угу. Один готов. Я проверил его, по-моему, ты его убил. Мне так кажется. Но это не точно. Я тебе говорю, я просто назад смотрю, а там вот под такой тканью ноги торчат. Нет, что-то это реально, по-моему, жестко. Может быть, это, конечно, охренительный ствол. Ты еще стоит узнать, главное. А у нас охотники, 45. Понял. Могу делать ваншот с одному. Нет. А, давай. Шевелится, шевелится, падла. Хит. Готов. Второй. Второй там же был, да. Я левее обхожу. Ну, с крыши стреляет, там домик такой беленький, маленький. Понял. Нок. А, на минус все, да? Еще кто-то. Там еще, да, слушай. Там же, за маленьким домиком. Блин, зомби. Готов. Хорошо. Это разные. Потому что один тут валяется, у меня двое там. А, может еще одна где-то есть? Может быть. Это я. Но этот, он не беленький. Нет, здесь двое. Вот же, вот еще один. И вот еще один. Видимо, он упал с крыши вниз, когда я его нокнул. Еще один капкан. Справа теперь. Что делаем? Давайте снаружи. Хотя, блин, снаружи нихера не подождем, блин. Да-да-да. А, вот он, смотри, он прям с этой стороны лежит. Пройдем, шевельнись. В смысле? Бля, ну серьезно, что ли? Ты улетел. Минус. Окей. Сервер. Шайтан. Я до тебя слышу. Твой персонаж... Шайтан. Что? Шайтан. Что? Я тебя вообще-то не слышу. Я вижу, что ты говоришь, но я тебя не слышу. Шайтан. Раз. Я до сих пор тебя не слышу. Прикольно. Вижу в Дискорде, что твой не загорается. Охренительно, блин. Минус сколько? $700? По снарягу совсем. Вот.